А что нам, Миша, скажешь по-твоему петь, а? Нет, такую песню можно сделать весело. Как можно спеть весело про девушку, которая поет, что ее все время хотят выдать замуж? Точнее, все думают только о том, как выйти замуж. Опять. Ты, господи, посмотри, Саш. Что? Мы опять поем про то, как выйти замуж. Вот прошел король зубчатым пляшущим венцом. Шут прошел плащом крылатым с круглым бубенцом. Дамы шлейфами, пажами в розовых тенях. Рыцарь с темными цепями на стальных руках. Как походки ваши рыцарь, шепот длинный меч. Под забралом вашим рыцарь нежный взор желанных встреч. Ах, петушек, гребень, рыцарь, вашу красе шли. Ах, скажите, милый рыцарь, вы пришли зачем? Вот что значит. Что? Миш, мы не специально. Мы так поем, вообще нет. Ты просто не смотрел на нас, Миш, понимаешь? Я по голосу. Миш, а знаешь, ты свой футбол играешь и все, и деградируешь, извини. К нашим сказкам, милый рыцарь, преклоните слух. Эти розы, милый рыцарь, подарил мне друг. Эти розы мне рыцарь, милый друг, принес. Ах, вы сами в сказке, рыцарь, вам не надо роз. Что? Кто издевается, Миш? Я просто устану наверх. Миш, тебе не стыдно, а? Без стыда.